Для установки сборки вначале нужно зайти на Discord сервер EFP. Все ссылки в описании видео. Перейти в раздел правила и нажать вот сюда. Тогда откроются каналы со всеми ссылками. Переходим в данный раздел. Вам нужно иметь на ПК Anomaly версии 1.5.2. Тут либо ищите репак Anomaly, либо скачивайте по данным ссылкам с моддб. И обновляйте Anomaly вручную. Просто перекинуть из одной папки в другую, тут ничего сложного. После установки Anomaly его нужно запустить один раз. Сразу можно изменить язык на русский. Теперь скачиваем сам EFP. Здесь три архива. Открываем EFP4 Anomaly и переносим все содержимое в корень Anomaly 1.5.2. Второй и третий архив пока не трогаем. Далее нужно скачать мод Organizer. Кидаем его содержимое в отдельную папку. Открываем один из ранее скачанных архивов по EFP и переносим содержимое в корень папки с мод-органайзером. Из третьего архива по EFP нужно закинуть фиксы в папку mods мод-органайзера. Установка почти завершена. Заходим в папку с мод-органайзером. Запускаем файл mod-organizer.exe. Делаем все точно так же. Указываем путь к Anomaly 1.5.2, который устанавливали ранее. Нажимаем «Нет». Здесь выбираем профиль EFP. Установка завершена. С помощью кнопки Run запускаем EFP. В будущем я тоже запускал мод именно так, но можно для удобства сделать ярлык. Установку по данной схеме делал два раза и все работает, но может уже вышел репак или что-то другое. Следовательно, порядок установки может измениться.